Еще неделю назад этот участок дороги заставлял водителей и пассажиров запастись недюжинным терпением, чтобы отстоять в пробке на въезде в город час-полтора. Теперь этот отрезок дороги от Чембурского кольца до въезда в город на перекрестке трассы с улицы Северной машины преодолевают в считанные минуты. Было принято решение с целью разгрузки въездной трассы в город Анапа со стороны ЖД вокзала. Принято решение об организации двух полос по направлению в город. С департаментом автомобильных дорог было принято решение и изменена схема организации дорожного движения, которая действует в настоящее время. Как видите, это позволило разгрузить въезд в город. Транспорт движется уже без заторовых ситуаций. На выезд из города у нас наблюдается незначительное скопление транспорта. Но так как они движутся по одной полосе, то с вами мы вот замеряли время в пути, составляет от улицы Северной до санатория Россиянка 5 минут. Разметка изменена таким образом. Полоса обгона от Чембурского кольца до въезда в город превратилась в самостоятельную вторую параллельную полосу движения. И так она и продолжается в городе по улице Крестьянской и далее на Анапском шоссе. Да, там очень хорошая развязка такая. Спасибо, что сделали. Очень хорошо. Разгрузили полосу. Спасибо городу, администрации города. В принципе, ну, дорога лучше стала, а то, что полосы там, вот, допустим, если мне нужно к санаторию какому-нибудь проехать, нарисовали сплошную, и мне нужно делать круг, чтобы этому санаторию подъехать. А так, в принципе, все устраивается, все нормально. Ну, сделали, пойдет. Ну, от этого кольца удобно. А вот до кольца пробка как стояла, так и стоит от ЖД вокзала. А от кольца удобно? От кольца, да, хорошо стало, удобно. Быстро проезжаешь. Как отмечают водители, новая разметка позволила избавиться от многочасовых заторов. И большой плюс в том, что эту часть трассы разгрузили летом.